Наташа Айронс, молодая технологический гений из Метрополиса, она пошла по стопам своего дяди и стала следующей сталью. Из-за проблем ее отца с законом, и ее младший брат Езекииль часто оставались на попечении ее тети Ланы и дяди Джона. Наташа часто разрабатывала технологии, которые использовали ее дядя Джон и тетя Лана, чтобы помогать им в битвах. Наташа начала делить мантию стали с Джоном и была принята во второе воплощение титанов. Наташа продолжала защищать Метрополис во время временного отсутствия Кларка Кента, была завербована им для нового воплощения команды Авторитеты. Она член ЛГБТ-команды героев Лига Справедливости Квир.